В минувший понедельник, в День России, в летнем парке «Уралмаш» прошел концерт в свое время легендарной мальчуковой группы «На-на», организованный депутатом Екатеринбургской городской думы, руководителем медицинской фракции Алексеем Вихревым, который этот праздник поп-музыки приурочил не только ко Дню России, но и к прогнозируемой победе летнего парка «Уралмаш» в рейтинговом голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За «Уралмаш» проголосовал 61% горожан. Алексей Вихарев и его команда сделали все, что могли, чтобы Екатеринбург получил федеральные деньги на благоустройство, но, к сожалению, мы сами себя лишили финансирования из Москвы. По условиям конкурса нужно было, чтобы проголосовало 250 тысяч горожан, а по факту это сделало 140 тысяч с хвостиком. Но мэр Алексей Орлов решил включить победителя конкурса «Парк Уралмаш» в муниципальную программу благоустройства на следующий год. Сегодня мы отмечаем два праздника. Первый – это День России, а второй – День Победы парка «Уралмаш». Специально пригласил артистов для того, чтобы организовать концерт, для того, чтобы сказать спасибо всем гражданам, всем людям, кто приняли активное участие в голосовании. Более 90 тысяч человек поддержали нас. И мы были услышаны. Глава города Алексей Валерьевич Орлов сказал, что реконструкция парка начнется уже в следующем году. Друзья, вы все большие молодцы. Спасибо вам за это. Парк «Уралмаш» снова будет жить. Ура!